Бэкст, 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 Бэкст. Он там! Быстрее туда! Приветище! Сегодня мы с тобой будем настоящими школьниками, которые уже, ну, в подростковом таком возрасте, где-то 15-16, ищут подработку. Да-да-да, посмотри на мой рюкзачок, ты уже, наверное, догадался. Мы будем с тобой заниматься курьерским делом. Будем доставлять газеты, ну и другие всякие вещички, в общем, работать на доставке. Да, в общем, я вернулся в детство, когда я учился в школе, разносил газеты, хотя не помню, когда это было. Я помню, что когда-то я раздавал листовки, но никогда не носил газеты. Ну, в принципе, это что-то схоже, да, только когда ты курьером работаешь, денег побольше зарабатываешь. Вот мы сейчас это и опробуем. Смотри, какой у нас крутой бирюзовый рюкзачок. В него будет вмещаться газеты, всякие посылочки, ну, в общем, все, что нужно будет доставить. В наш рюкзак вмещается 15 единиц вещей. До этого у меня было 10, но я его расширил. Так как мы находимся с тобой в маленькой деревушке, здесь все, в принципе, в шаговой доступности. И есть всего два магазина. Два магазина на такой небольшой городок. Я бы здесь помер, честно говоря. Здесь делать нечего. Первый магазин — это у нас магазин товаров, где мы, собственно, и будем получать товары. Вот смотри, у нас здесь есть газетка, да? Газетка стоит 0 баксов. Берем. На доставочку возьмем две газетки. Можно прикупить мышку. У меня, благо, уже денежки есть. Я здесь работаю не первый год, так что средства имеются. Покупаем еще с собой мышку. Мышка занимает 3 единицы в рюкзаке. То есть смотри, я взял две газетки и мышки. У меня уже 5 единиц в моем рюкзаке занято. Можно взять еще клавиатуру. Давай клавиатуру возьмем. Так, ну и все, в принципе, да? Сколько у нас компьютер стоит? А, это телефон. Телефон 15 единиц. Место занимает в рюкзаке, нифига, что ж это за телефон-то такой? Он что там, тонну весит, что ли? Так, что еще я могу с собой взять? Ну вот, давай мышку, чтобы все, все, мой рюкзак полностью забит. Отоварились, теперь все это дело нужно доставить. Да, кстати, смотри, тут еще вон какие светящиеся штуки всякие есть. Ща. Во! Блин, встал я как-то неудачно. Светящиеся всякие чайники, может там джин? О! Только сказал про джина, и там чувачок появился. Прямо на нас у чайника стоит. Что еще здесь? Какие-то статуэтки, какие-то глаза. Стар! О, вот такую цепь я бы одел, слушай. Крутая цепь. Ну, это понятно, что все на доставку. В общем, вот. Это был первый магазинчик. Теперь второй магазинчик. Магазинчик машин. Стоп. Я оттуда уже ушел. Мне туда не надо. Я иду в магазин машин. Какие здесь крутые тачки. Да-да-да, курьер тоже поднимает. И им рано или поздно потребуется машина. Я бы, конечно, купил вот такой вот микроавтобус, чтобы сразу туда запихать кучу коробок и развозить целый день. Но, ясное дело, денег у меня не будет пока. И нужно поднакопить $1000 вот на такую маленькую машину. В нее вмещается 50 единиц товара. Вот, в этот микроавтобусик вмещается 200, 175 в синюю вот в эту и в красную 100. Все, что я пока могу сделать в этом магазине, это поднять свою челюсть и потереть свои сопли. Конечно, хочется, но что поделать. Надеюсь, в скором времени мы сюда вернемся и купим какую-нибудь с тобой тачку. Вот. Ну, а пока предлагаю все-таки начать доставлять наш товар. Первое. Это газетка. Па-бам. Вот такая газета. Хорошо, что у нас здесь есть стрелочка, которая показывает, куда бежать. Бежим. Здравствуйте, получите, распишитесь свою газетку. $10 мне дали за одну газетку, замечательно. У нас есть еще одна, пойдем доставим ее. Погнали. Так, мне кажется, нужно будет бежать через поле. Ой-ой-ой, уже темнеет, что-то я очкую. О, что это такое светящийся? Похоже на НЛО. А нет, это какой-то светящийся кирпич. Интересно, как это он там висит? Кто его туда приклеил? В какой дом, в какой дом? А, мне кажется, снова сюда же бежать, что ли? Да ладно, я ж только вроде сюда доставлял почту. Странные вещицы тут творятся. Ладно, заберите, получитесь, распишитесь. Что сказал, не понял. 10 коинсов получаю. Замечательно. Так, теперь у нас пошел дорогой товар. Это мышки. Смотри, какая мышка. Ба-бам. С зеленым роликом, светящийся, блатная какая... О, прям в цвет этого кирпича. Ролик светится в цвет этого кирпича. Интересно. Значит ли это что-нибудь? Или это просто совпадение? Невероятно, но факт. Проверять не буду. Все, пошли дальше. Нам нужно доставить вон туда. Стрелочка, веди нас. Блин, а что это я все бегаю да бегаю? Может, как Спайдермен или как паркурщик по крышам? Смотри, вот так, хоп, а на забор прыгаем. Сюда, сюда, о-о-о.
Нифига себе, и так можно, да? Блин, а я дальше туда не перепрыгну. Оп! Да, не допрыгнул. Ладно, сейчас сюда взберемся. Прикинь, такой ночью по крышам прыгаешь, там люди спят все, а ты такой бух-бух-бух бежишь, всех будешь нафиг. Эх, блин, соскользнул. Главное, чтоб меня никто не поймал, а то по жопе надают. Так, здравствуйте. О, за мышку уже $27. Пожалуйста, заберите. Огонь. Так, дальше у нас что? Дальше у нас еще одна мышка. Ее нам нужно доставить вон туда. Не знаю куда, но туда. Что-то я не взберусь, что ли, сюда. А, в этот дом мне нужно достать. Нифига себе прикол. Так, отдал. И у меня еще осталась клавиатура. Вот такая. Это что, клавиатура? Что за бурда? Это, по-моему, нифига не клавиатура. Я что купил? Ремоут. Как переводится ремоут? Я не помню. А, ладно, пофиг. Пойдем доставим. Посмотрим, сколько нам за это дадут. Кстати, смотри, видишь, у нас место в рюкзаке освобождается. А это означает, что мы сейчас пойдем в магазин снова покупать товары на доставку. Блин, где этот дом? Кому это нужна вещица? Ремоут, который называется. Во, в красный дом. Сюда, да? О, $40 мне заплатят за доставку. Огонь. Ну, все, в принципе, мы доставили с тобой все товары. Нужно вернуться в магазин и закупить что-нибудь новенького. Так, мы снова в магазине. Смотри, ну это же вроде клавиатура, да? А, это пульт был. Это, короче, вот мышка, и тут пульт рядышком был. Все, я понял. Да, это пульт. Ремоут — это пульт. Все, буду знать. Запомнил. Так, нам сейчас нужно прикупить товаров, и я предлагаю тебе купить телефон. Роуфон. Он 15 единиц занимает в моем рюкзаке, и мне за него заплатят... А, это я куплю за $40, а сколько мне за него заплатят, я не знаю. Вот мы сейчас это и проверим. Пойдем. Сейчас я посмотрю, как он выглядит у меня в руке. Распаковывать не буду. Та-дам! Ну, как тебе сказать, похоже на какую-то китайскую подделку. Я даже представляю, как я сейчас подойду к двери и скажу... Та-дам! Поздравляю, вы выиграли iPhone, получите его. Только денег дайте. Денег дайте, но вы выиграли. Вот это я, конечно, прикольнулся. Так, куда нам бежать надо? Я хочу как паркурщик, сейчас по крыше буду прыгать. Где бы только забраться. Где бы только забраться. О, кстати, я на деревья могу запрыгнуть, не? Нифига себе, на деревья могу прыгать, офигеть. А, что-то стрелочка пропала. Куда бежать-то? Опа! Так, видел стрелочку. Ой, мне вообще в другую сторону бежать надо. Это не допрыгнул, блин, снова. А, мне сюда нужно. $55 мне заплатят за вот этот рофон. А покупал я его за 40. Что-то как-то не шибко. Ну ладно, что делать? Что делать-то? Пойдем еще купим этот роуфон. Или лучше купить несколько пультов. Хотя, не хочу по нескольким домам бегать, все дела. Кстати, а сколько ноутбук весит? 17 единиц занимает в рюкзаке. Блин, чуть-чуть не хватает. Беда. Ладно, покупаю телефон. Побежали. Побежали. Так, куда телефон надо доставить? Пожалуйста, возьмите, заберите. Ну что, я тут немножечко поднял деньжат, предлагаю нам с тобой прикупить новый рюкзачок. Смотри, заходим в магазинчик, и здесь мы можем прикупить рюкзаки. Опс. Я уже прикупил себе зелененький. Буквально просто случайно нажал и купил зеленый. С меня списали 250 коинов. Блин, нафига я его купил, а? Просто за цвет заплатил. Ну пипец. Погоди, мне даже его не одеть. Ну-ка, стопэ. Вот. Во, одел. Зелененький. Но я же хочу его расширить, а не просто цвет поменять, да? Поэтому трачу еще $150 на его расширение. Плюс 5 к расширению. Хопана, теперь у меня 20 единиц вмещается в мой рюкзачок. Опа, отличненько. Теперь-то можно зайти в магазинчик и прикупить тот самый ноутбук. Где этот ноутбук, который я хотел купить и доставить? Вот он. Покупаем ноутбук. И еще влезает у меня даже... Даже что еще могу вместить? Мышку могу вместить. Не понял. Подожди. Что это вылезло-то? Мне это не надо, я хочу мышку купить. А, у меня деньги закончились. Блин. Ладно, потащили тогда наш лэптоп. Вот такой вот лэптоп. О, может я в нем поиграть умудрюсь, а? А, что-то он, походу, не включается. Нерабочий какой-то. Ладно, фиг с ним. Потащили, куда его тащить-то надо? Так, вон туда. Погнали. Прикинь, бежишь так по улице, бежишь. И тут тебя гоп-стоп. Я появился из-за угла. И все, и отжали мой ноутбук. Опачки, в розовенький домик нужно было его доставить наш лэптоп. Наверное, какой-нибудь маленькой девочке. Все, получите, распишите. $75 мне дают за него. Огонь. Пойдем еще возьмем. В этот раз я уже куплю ноутбук.
и вот эту вот мышку. Во, все вместилось прям перфекто. Все, пошли доставлять. Пошли. Мышечку доставили. Получите, распишитесь. Теперь осталось достать лэптоп. Ну вот и лэптоп тоже доставлен. Замечательно. Фух, что-то я за сегодня утомился. В общем, давай закругляться. Если тебе понравилось, то не забывай ставить лайки, писать комментарии под видео, а также не забывай подписываться на канал, если ты еще не подписан. Всем спасибо за просмотр. Пока. Увидимся в новом видосике.